Так, всем доброе утро. Приехали из Москвы, с нашего путешествия. Вчера целый день отходили, ничего не хотелось сделать, не готовить, не убираться. Я даже не разобрала еще чемодан, разобрала только сумку с едой и еще рюкзак там, куда мы там все складываем, все, что нужно под рукой, чтобы было в поездке. Вот. Ну, сегодня все уже. Надо приступать к своим обязанностям. Готовлю завтрак. Готовить завтрак буду из того, что есть в холодильнике. Ну, там есть не очень много, но все-таки есть. Так, буду готовить, во-первых, яичницу вот в такой форме. Кстати говоря, очень удобно. Стоит буквально копейки, но очень удобно тем, что получается яичница не на масле жарится. Жарится очень быстро. И что самое главное для меня, чистая плита. Вот, поэтому сейчас покажу. Разбиваем обычные яйца. Если любите, чтобы они были не вот так, как у меня, не с желтком, с готовым, ну, с этим, с таким, как говорится, чтобы он был целенький, то, значит, аккуратненько. А если кто не любит желток такой, то можно яйцо сначала размешать, а потом сюда вылить. Так. Теперь надо будет посолить чуть-чуть. Вот, я еще немножко перчу. Я люблю перец, поэтому я еще немножко перчу. Вот, и немножко нужно добавить сюда водички. Чуть-чуть в центр. Открываю. Вот таким образом ставлю в микроволновку. Включаю микроволновку на максимальный режим на 40 секунд. 40. Пусть. Сейчас 40 секунд пройдет. 10 секунд должна яичница это постоять, как бы остыть еще на 10 секунд. То есть готовится буквально минуту. Так, что еще? Достану колбаску. Ой, достану квашеную капусту. Так, что еще могу сделать? Могу сделать бутерброд с рыбой. И, наверное, сделаю чесночник. Вот пропикал 40 секунд. Сейчас 10 секунд пройдет. И еще раз включу. Такая будет еда. Так, еще на 10 секунд. Так, что сейчас надо сделать? Сейчас сделаю чесночник, трубочки, не трубочки, а сыр у меня натертый есть. Добавлю туда чеснок и майонез. И сделаю, что-нибудь сделаю. Сейчас опять, но это я есть не буду, потому что я сегодня уже все. Это я не могу. Нету ветчины, то можно было сделать трубочки. Ну ладно, что есть. В общем, Новый год мы встречали в Москве, ходили на Красную площадь. Я все видео выставляю, кому интересно, заходите, посмотрите. На Красной площади станцевала цыганочку. Так что Новый год прошел хорошо. Туда мы ехали, у нас поезд двухэтажный, мы ехали на втором этаже. У нас было два купе полностью, наша семья была. Вот. В вагоне очень тепло, чистота идеальная, биотуалеты, душ. Поездка прошла хорошо, жили в хорошем отеле на Арбате. Отель тоже шикарнейший, там и завтраки были включены. И, в общем, ну, очень, очень все хорошо. Ну, как говорится, дома лучше. Это все мужу. Себе сделаю вот такая ему еда. Вот она. Вот такая яичница получилась. Помидорчик, капустку. Все. Надо садиться на диету строгую. Раньше лила, сколько хочу, сейчас только чайную ложечку добавлю в капустку квашеную. Хватит. Дурью мается. Все. По
По-моему, тут уже масло было. Чуть слишком масляно. Вот такой у меня есть джем из красной смородины. Посмотрите, какой. Вот какой. Прям как мармелад. Опа. Видите? Прям как мармелад. Это к чаю. Сейчас останется навести порядок на столе, и можно будет завтракать. Всем приятного аппетита!